Итак, продолжаю прогулку. Вот. Смотрите, как сегодня хорошо, тепло. Градусов 25. Вот. Здесь хорошо. Вот. Под пальмами ходить вот так вот. И щички. Зеленые, видите? Вот таких я варенье варил. Ну, они уже это самое, но попозже будут еще и молодые. Вот, смотрите, шишки. Вот они. Молодые шишечки. А, красота, да? Вот. А это старые шишки. Вот. Вот такой вот. Сосна такая, смотрите, как. В виде I love you. Двое влюбленных. Можно какую-нибудь историю придумать сразу, что это место встречи было когда-то каких-то влюбленных. Вот. Красиво. Это желтый, вот из которых игрушки. Ага, а не надо мешать. Тимофей Николаевич, спите. Тимофей Николаевич, спите, 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 спите. Отдохните. Ай, не надо, я вас не хотел пугать. Ну что вы в самом деле? Ну что? Спали бы дальше. Так. Красота здесь, тишина, и вот это белый тополь, у нас его называют дерек, белый тополь, ровно растет, у нас в Средней Азии его специально выращивают, чтобы дома строить сверху, вот это, между междуэтажным перекрытием делать из них дерек, они быстро растет, вот это дерево. Вот, белое-белое, поэтому называют актерек. А это что-то другое растение. Это у него какие-то эти. Вот, запах такой стоит, это самое. А вот это вот какие-то вот такие ягоды. Ну-ка, посмотрю-ка я. Ага, вот такая ягода. Вот она, смотрите. Я не знаю, что это. Вот такая ягода у него. И вот эта ягода много-много здесь. Наверное, несъедобная. Наверное, как типа волчья ягода. Козленочком можно стать. Вот смотрите. О! Вот она, видите? Такой вот парк. Это тоже какой-то. Ну здесь в основном вечно зеленые растут, которые зимой листья не бросают. Вот это вот такими этими, видите? Это типа ивы, вот это. Запах стоит цветов. Где-то что-то, какой-то цветок цветет. Идет такой запах. А вот это инжировое дерево. Вот оно. Большое инжировое дерево.
Ну, Ринджера, естественно, нету. Хотя там наверху один-два вот запоздалые есть. Вот еще. Здесь вот парковое хозяйство поставлено на ногу. Ну, как положено, да? Делается вот такой ландшафтный дизайн такой. И вот так человек, когда ходит, вот это вот центр города. Ну как это? Вокруг все это городской мегаполис вокруг, микрорайоны, да? А вот в центре вот такая вот такой вот, видите, такой вот уголочек, где можно человек. Это не уголочек, а уголочище, в котором человек может вот просто погулять, ходить, как на дикой природе. Понимаете? И одновременно за ним уход хороший. Вот. Здесь могут люди вот так и субботу, в выходные вот сюда приходят, вот на такую травку, положат что-нибудь, это самое, какой-нибудь материи. Это лежат, отдыхают, спят, кушают. Из дома еду приносят. Вот. Отдыхает, как будто на природе, без выезда, понимаете. Вот мы-то выезжаем на Маевки какие-то, вот я до сих пор помню, Туркмении, мы всегда выезжали на Маевку, мы назвали это Маевка. Выезжали обязательно в пески куда-то, хотя рядом с песками, но все равно нам надо было за поселок, за город выезжать. А здесь не надо никуда, понимаете. Пешей доступности, на велосипеде, можно на автобусе, если в городском автобусе пришел. И, пожалуйста, вот ты окунаешься вот такой вот первозданный вот такой, как это, понимаете, природу вот такую. Видите? Вот. Ни бродячих собак, никаких таких этих, чтобы что-то там человеку было это. Нет, здесь все ухаживается. Вот. Наведен порядок полностью. Вот. И одновременно чувствуется, что как будто вот дикая природа, понимаете? Красиво. Не выезжай, я же говорю, не выезжай за пределы мегаполиса. Вот. Ходит вот так вот отдыхать. И дышится здесь легко, свежо так, как будто вот кислородные баллоны несколько открыли одновременно, легко так. Вот. Для легких это самое то. Вот. Я не понимаю моих соседей, они дома сидят целыми днями, и дети около вот сейчас удаленку сделали, они целыми днями в интернете. Вот уже в течение почти около 7-8 месяцев. Без выхода. Ну как так можно? Выходите, гуляйте вот так вот. Насыщите свой организм свежим воздухом. Пока дышится. Вот. От этого компьютера, от всего. Сидеть, играть, зависать. Мы получим поколение таких, что кроме компьютера ничего не будут знать. Даже не будут знать, как растет хлеб. Вот честное слово. Вот. Мы такое поколение получим. Это вредно, это нельзя. Вот. Что-то тут такой памятник. А ну-ка пойду-ка посмотрю-ка вот здесь вон. Что-то стоит вот такое вот это. Посмотрю-ка, что это такое. Вот она. Так. Вот здесь что такое вот? Это или подземное это что-то. Ну-ка, поднимемся мы с вами. Что тут такого? А, здесь была какая-то сцена. Видите его еще? Это самое... Убрали стены, а внизу дом, это здание подвальное, типа бомбоубежище. Ну, возможно, какой-то может быть та же
стратегический объект. Вот. Помните, в советские времена, сколько бомбоубежищ было в городе? Все, кстати, делалось правильно. Там было все с креслами, со всеми делами. Вот. Чтобы люди могли на случай войны... Все было предусмотрено нашими предками. Нашими отцами, дедами. А сейчас... Нет. Сейчас одним днем живем. А, вот она, вот отсюда его вход. А, это туалет внизу. А, вот она. А, туалет платный. Платный туалет. А, я думаю, что такое? А наверху какая-то стенка. Вот здесь вот сразу кафешки. И вот такая водичка течет. Вот. Памятник как-то сделан, какой-то вот так абстракционизма с клювом каким-то. Ну, водичка. Ну вот. Ну ладно. Всех вам благ. Пока-пока.